Причиной массового мора рыбы в Хаджибейском лимане могло стать критическое снижение уровня кислорода в воде либо выброс сероводорода. Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле. Рыба погибла в двух районах лимана на протяжении около 1,5 километров дамбы, а также в районе села Морозовка. Сотрудники ветеринарной службы отобрали пробы воды и биологические пробы погибшей рыбы для установления причин.